вам встречается мостик, мостик, посмотрите, вон там. Вы делаете 4 хода вперед. А если ковер-самолет нашли? Да. На 5 шагов вперед. Не зная правил, в игру не сыграть, поэтому библиотекарь Дина Сидорова несколько минут посвящает объяснению тонкостям бродилки по дорогам доброго мастерства. Ее разработали как раз к 2022 году народного искусства. Через содержащиеся в ней вопросы, загадки и задания на логику и смекалку юные гости из Луганской и Донецкой народных республик легко и с интересом смогут познакомиться с историей и культурой Пензенского края. Человек подобен дереву на земле. Ему необходимо чувствовать свои корни, чтобы твердо знать, куда тянуть свои вершины. И в этом нам всегда поможет наша народная культура. И народная культура, она всегда объединяет, находит много общего. И я думаю, будет приятно детям узнать, найти что-то общее, возможно, с тем, что есть у них и есть у нас. Чтобы в игровой форме узнать о существовавших и существующих в нашей области традиционных ремеслах и промыслах, ребята разделились на две команды – «Красавчики» и «Беркут». Так попутно можно научиться работать в коллективе. Выкинув фишки и сделав несколько ходов, они должны разгадать очередную загадку. Что такое «бык железный, хвост кудельный»? Что, в рукоделии используется? Игулка. Молодец. Иголка с чем? С нивкой. Молодцы, вы заслушали. На один ход вперед. Молодцы, вы справились. Параллельно с этим на втором этаже шел небольшой музыкальный концерт. Настроение прибывшим с Донбасса поднимала группа «Злато Серебро». После 3-4 номеров по приглашению артистов на сцене пляшут уже сами приезжие зрители, мальчики Тима и Миша. За такое теплое отношение к детям их мамы от души говорят пензенцам спасибо. Это очень нас выручает, ежедневные развлечения или фильмы, мультфильмы, какие-то вот были робототехника. Постоянно, каждый день у нас какие-то мероприятия.